Клубника, яблоко, дыня. Отель «Ла Бранда», как всегда, на высоте. Здесь очень красиво. И, конечно же, как всегда, очень вкусно. Так, а что у нас там? Смотрим. Ну, повторимый Обама, как всегда, со своими волшебными коктейлями. Добрый вечер. Добрый вечер. Даже не пьющий начнет выпивать. Вот такая вот красота. Клубничный мохито. Сегодня у нас ужин с морепродуктами. Смотрите, какой красивый. Сделали они ремонт. Такого не было, когда я была последний раз. Был немножко другой ресторан. Конечно, внесли, как всегда, душу, атмосферу свою. Все очень красиво. Вот хочу отметить, что именно в отеле «Ла Бранда» каждый день что-то меняется. Конечно, как всегда, в лучшую сторону. Вара в шапочках. Вау!